Старшеклассники стали ближе к автомобильному делу и правилам дорожного движения. На базе Ульяновского автомеханического техникума УЛГУ реализуется проект «Молодежная автоакадемия». Первые занятия для школьников начались здесь 2 месяца назад. Сеть детских и молодежных академий создается в Ульяновской области по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. Наша молодежная автоакадемия создается УЛГУ в сотрудничестве с областным центром детского творчества и молодежи. Накануне в техникуме состоялось торжественное открытие академии, а первая группа курсантов получила заветное удостоверение слушателей. Автоакадемия привлекает учеников, конечно, близлежащих школ. Это прежде всего 7-я школа, 51-я школа, 24-я, 6-я школа. В настоящее время обучается 30 участников. Мы ходим по школам, проводим профориентационную работу с точки зрения записи в нашу академию. Учатся в академии по 2 основным направлениям – автопроф и автомеханик. Специальные современные тренажеры, которыми оснащен техникум, позволяют ребятам почувствовать себя настоящими водителями. Нажимать педали, крутить руль, маневрировать. А с помощью специальных мониторов школьники словно перемещаются на городские дороги и применяют знания ПДД как бы на практике. Учат здесь и оказывать первую медицинскую помощь. А вот те, кто в детстве любил разбирать игрушечные машинки по частям, на курсе автомеханик подробно знакомиться с деталями автомобиля уже в натуральную величину. Помогают разбираться в разных видах двигателей и устранять поломки. Участниками курсов охотно становятся не только крепкие юноши, но и хрупкие на первый взгляд девочки. На курсах автопрофи я узнала несколько правил дорожного движения и изучила несколько знаков. А на курсах автомеханика мы уже попробовали изучить несколько деталей автомобиля. Молодежная автоакадемия не единственная в регионе. Только за последние месяцы в Ульяновской области на базе образовательных учреждений заработало еще 3 подобных профильных проекта. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.